нарисован квадратик размером 4 на 4. Закрашено вот это и вот эта часть. Круг закрашен черной краской, а здесь вот это. Да. 4 на 5 я ошибся, все равно. То есть, на самом деле, можно было взять, и так как я нарисовал, на самом деле можно было взять любые квадраты. Ну хорошо, сделаем как книжка. Сделаем как в книжке, это вот так. Теперь довольны? Отлично. Итак, есть вот этот вот черный круг и вот этот черный квадрат. Задача. Провести прямую, которая одновременно делит на две конгруентные части и квадратик, и круг. Можно. Выходите, проведите. Провести прямую, которая делит одновременно. Застрял. Так, выше воин, владел мелом, выходит к доске. И совершает ошибку. Кто исправит его ошибку? Диагональ квадрата не годится. В линейке нет. А проблема не в линейке. В линейке. Вы главное не поняли. Как проводится эта прямая? Через какие точки она? Нет. На самом деле через эту. Вот как называется эта точка? Центр круга. Как называется вот эта точка? Центр квадрата. Запомните простую истину. Когда у вас есть центрально-симметричная фигура, когда прямая проходит через центр центрально-симметричной фигуры, она делит эту самую фигуру на две равные части. Не обязательно квадрат. Важно, что этот центр симметрия. Отлично.